уж! Посмотри, сколько подарков! И все для рейнджеров! Они популярны! Цветы! Как романтично! Постой! Это пчела? У нас тут пчела? Это стерильное помещение! Пойди! И где она? Спокойно, братишка, без паники! Привет, это я. С днем Святого Валентина, Рокси. Не верится, что год назад в это время мы были вместе. С днем Святого Валентина! Тот день был идеальным. Я так скучаю, Рокси. Я на все готов, чтобы тебя вернуть. Забавно. Хоть я и аватар, у меня остались все воспоминания. Ты все-таки цифровая копия. Но без мешающих эмоций. У меня появился план. Отлично. Очередной твой... Роша! Пусть договорит. Сегодня день Святого Валентина. И Синий Рейнджер скучает по мне. Кажется, он любил меня. Фу. Воспользуешься его чувствами? Именно. И переманю его к нам. Рейнджер, да будет Морф Икс, и я вернусь в ваш мир. Должно сработать. О, сработает. Доверьтесь мне. Пора творить зло. Пора крушить! Ага! Когда начинать? Начинай. Круши все. Рейнджеры должны узнать, что мы здесь. Что? Роботрон! Нейт Грид, Бастиону! Бастион, ответьте! Ты точно не хочешь? Не хочу. Я люблю морковку. А ты хочешь печеньку Валентинку? Нет, спасибо. Не совсем мой праздник. Слушаю. Рейнджеры, нападение на центр города. Сектор Б-4-2. Проверьте, что там. Уже идем. Взрывное веселье! Так, а вам что нужно? Вернуть тебя и Воксу по частям. Дроники! Рави, с этими клоунами мы разберемся, а ты займись копателем. Уничтожьте их! Уходим! Сейчас же! Рокси!
Подожди! Стой! Ты цел? Она спасла меня. Рокси меня спасла. Тут Роботрон не был нацелен на Морф-Икс. Чего он добивался? Нейт, тебе повезло, что ты вышел. Что ты там делал? Я там... У меня были дела. Ты слишком важен для нашей миссии. Тебе нужен сопровождающий. Отныне ты не покинешь штаб без защитника. Что? Ходить с нянькой? Надолго? Бессрочно. И это приказ. Ради твоего блага. Свободны. Рави, ты как? Я думала о Рокси. Год назад мы сфотографировались вместе нашего знакомства. Настоящая Рокси спит в капсуле. Но сегодня ее аватар спас меня от Роботрона. Это правда. Мы видели. Странно, да? Слушай, Нейт, в аватаре может сохраниться что-нибудь хорошее? Может ли в нем быть настоящая Рокси? Рави, я сомневаюсь. Ей нельзя доверять. Она что-то задумала. Она на стороне Эвокса. Она точно злая. Нет, не точно. Мне казалось, он с ней порвал. Только потому, что решил следовать правилам. Раздел 42C. Не встречаться с другими рейнджерами. Пособие Грид Бастиона. Похоже, у него еще остались чувства. И сожаления. Рави, я не причиню тебе вреда, обещаю. Почему ты здесь? Я хотела найти тебя. С Днем Святого Валентина. Ты ведь помнишь, правда? Конечно, помню. А ты? Здесь мы познакомились. До всей истории с Грид Бастионом. Ты тренировался и повредил лодыжку. Ты почти несла меня до машины. Так настоящая Рокси... Моя Рокси, она еще там? Иногда у меня получается нейтрализовать эффект вируса Эвокса. Но мне нужна твоя помощь. Помощь? Мне нужно одно из устройств Нейта. Нейроналадчик. С помощью этого устройства в меня ввели вирус и сделали аватаром. Он поможет мне избавиться от вируса. Я помню, но не знаю. Рави, я совсем не злая. Но чтобы снова стать доброй, мне нужна твоя помощь. Хорошо. Меня ищут, я должна идти. Кто? Прошу, помоги мне. Рокси, стой! Давай же! Эй, Нейт, есть минутка? Я немного занят. Я быстро. Я тут подумал, может ли нейроналадчик сделать злой аватар хорошим? Нейроналадчик? Мне и в голову не приходило. Ты про аватар Рокси? Да. Так может одна из этих штук убрать вирус Эвокс? Теоретически это возможно. Но нужно больше данных о вирусе. Намного больше. И на подтверждение теории уйдут месяцы. Извини. Ясно. Ты видел Рави? Да, он только что заходил. Вы разминулись. Да? Мы хотели потренироваться. Обычно он приходит вовремя. Он все еще грустит из-за Рокси. Да, наверное. Он спрашивал, могу ли я убрать вирус Рокси и сделать ее хорошей с помощью нейроналадчика. Что? Я же поставил его. Должно быть, Рави забрал. Это все из-за аватара Рокси. И куда он мог пойти? Не знаю, но Рави и Рокси встречались там год назад, так? В этом парке, возле фонтана. Нужно быстрее найти этот парк. Рокси! Рокси!
Ты пришел. Если от вируса можно избавиться, я хочу помочь. Ты его принес. Само собой. Я хочу снова быть с тобой. Я знаю, что делать. Надеюсь, получится. Попался! Рокси, что происходит? Ты сказал, что хочешь быть со мной. Ты будешь, когда я заражу тебя вирусом Эвокса. Что? Нет! Ты сказал, что хочешь быть со мной. Ты будешь, когда я заражу тебя вирусом Эвокса. Что? Нет! Поделайся, Рейнджер! Тебе не сбежать! Рокси! Прошу! Не надо! Еще как надо. Ты станешь таким же злым аватаром, как и я. Злым? Но в тебе есть добро! Ты правда так думаешь? Неудачник. С днем Святого Валентина, голубок! Рай! Мы пришли помочь. Идем. Спасибо, ребята. Я такой дурак. Она меня обманула. Это еще не конец. Уничтожь их! С удовольствием! С Крозл у меня проблемы. Это точно. Стой! Это может пригодиться. Аватар, принеси мне мой нейроналадчик. Нет, она забрала нейроналадчик. Это я виноват. Не бойтесь, Рейнджер, я избавлю вас от страданий. Лучше избавиться от тебя. Морфируемся. Беглый огонь!
ракетный залп! Слишком много снарядов. Круз, мы должны их перегнать. Думаешь о том же, о чем и я? Точно, приятель. По сигналу. Готов? Скоростной зонд, режим гепарда. Ха-ха! Вот такая скорость нам и нужна. Зои, нужен новый план. Кажется, я кое-что придумала. Не выходи, я застану его врасплох. Куда вы делись? Получай! Отлично! Покончим с ним! Укусы! Ты вытащишь меня из киберизмерения окончательно. Но не забудьте поблагодарить меня, а не этих болванов Блейза и Рокси. Гадкий червяк. Что он задумал? Бери все, что нужно для твоего плана. Я не потерплю новых задержек. Разумеется. Первое, что я сделаю по возвращении, сотру в порошок грит-бастион. Рокси, я думал, что спасу тебя сегодня. Но я ошибся. Рави? Ты как? Все нормально. Простите меня. Вы предупреждали об аватаре, а я не слушал. Мы знаем, что ты скучаешь. Мы еще вернем Рокси, обещаю. Но способ только один. Объединимся и уничтожим злой аватар. Спасибо. Огромное. Я скучаю по Рокси. Но без вас было бы совсем одиноко. Зои, тебе прислали это. Спасибо. Для Зои от тайного поклонника. Кто их прислал? Без понятия. А, цветы. Кстати говоря, поклонники прислали вам кучу подарков. Их разгружали Бен и Бетти, а не на складе. Гениально! Мы поймаем ее на мухоловку. Пчела должна быть где-то на складе. Да. И когда она сядет на липкую ленту... Мы ее прихлопнем. Да. Oh.